Вот так вот, друзья, доброе утро. Вот так Ромчик бьет собаку. Пойдемте смотреть. Вышел тот момент, когда наказывают собаку. Сейчас буду ругаться. И потом уже голубей вам покажу. Давид, я пытался голубя схватить, но я ее поймал. А, голубя хотел? Да, она еще с мамой на огороде эту кость закопала. 5 раз побил. А ты из-за этого его бьешь, да? Да. Сможешь ее привязать тогда? Да. Больше нет. Не бей ее, ладно? Давай. Я ж тебе... Мы как с тобой договорились, как два мужика. Больше не бить собаку, помнишь? Да. Ну все, больше не бей. Голуби не поймает. Вот, отмазался. Это голубя хотела поймать. Вот так вот, друзья. Как видите, голуби все на месте. Я не уехал пока никуда. Вот, единственная, друзья, новость, перееду в Иваново обратно. Вот. В Армению все уладился вроде. Смысла пока нет туда ехать. Вот. Мои близкие, ну, в курсе, почему и как. Вот. Сейчас буду... Я буду выгонять. Все, выходи, Ром. Я покормлю их. Выходи. На. Вот. Нет. Да. На улице? Ты иди вот оттуда посмотри, вон сверху, а я покормлю. Не, Ром, не шугай, пусть кушает. Ром, не пугай, ну отойди. Они же боятся тебя. Вон там иди. Вон там. Постой сверху. Вот у меня снеслись яйца, друзья, но я их, скорее всего, не дам высиживать, потому что этот, как он называется, до 7 августа я уеду в Иваново и всех туда уже перевезу. Вот.
Все, Ром, не бей, все их. Этот летать не может, не бей. Не шугай. Ром, да не шугай, этот не может летать. Болеет, скорее всего. Да не учится, он болеет. Ой, тебя, наверное, не угодишь. Вот там вагончик. Вот оттуда вы их шугай. Вот кинь палку наверх, пусть улетает. Давайте вы тоже. Все, ну кто не пошел, не пошел, ладно. Зато кто пошел, там на того и посмотрим. Рома всех шугает, а? Ром, тебе надо в день 3 раза их шугать, 4, чтобы они у меня летали. Да? Что? Надо тебе их почаще шугать. Да. Вот так дверь открытой оставлю. Кинь немножко корма, они выйдут, и шугай их. Сможешь? А Рома, вот сыночек, вот у кого снимаем этот коттедж, они вот наверху живут, мы внизу как бы. Их сын. Хороший такой парень, маленький еще. Он шугает всех. То собаку бьет, то еще что-то. Но меня слушается вообще. Рома, где голуби все? Что? Где голуби все? На крыше одни. А что, они все сели, что ли? Нет. Да. Только 1, 2, 3, 4, 5, 6. Все сели. Странно, ну ладно. Ром, ты вот шугаешь их? И все спустились из-за этого, скорее всего. Давай заново попробуй. Пусть сначала спускается кушать все. Давай сейчас корма еще раз насыпем. Давай. Это я буду кормить. Чуть-чуть возьми корма и сыпем сюда. Опа. Не, это много. Давай. Еще чуть-чуть вылезь. Все. Вот туда, посерединке, высыпь. Все, молодец. Давай, все, пойдем. Пусть они кушают. Пойдем. Пойдем, пусть все спускаются. Траву.
этот иранский, блин, привился ко мне. Да, конечно, ребята. А сейчас... Вот его... Пускаются. Тоже не буду держать, друзья. Да. Вот его точно могу отдать. Тех не отдал, потому что звонили, конкретно хотели голубей. Ну, одного или там двух, короче. Вот, кто был близко. А те, кто звонили, были дети и очень издалека говорили, можешь там, типа, сам привезти или еще какая-то там отмазка была. Ну, короче, а я хотел, ну, человек, кто вот знает меня, кому можно доверять. Ну, и хорошо, блин, никого не обидел, таких особо. Этих не было. И получилось так, что я не поехал, получается. Блин, вот это что, болеет или мне кажется? А что с тобой? Да, что-то слабенький. Ром, шугай. Шугай? Да. Не-не, этих, кто болеет, не бей. Видишь, там две больных у нас теперь. Смотри. Все, пусть летает. Больше не шугай, понял? А то все сядут опять обратно. Пусть летает вот эти и все. Кто спустится, тот спустится. Ром, понял? Больше не шугай, просто рядом стой и смотри. Вот, теперь пошли. Вроде как пошли. Ром, 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 ты куда? Папки. Ну, такие дела, друзья. Короче, говоря, не хотят летать, жарко, может, из-за этого. Вечером. Будем шугать тогда. Что-то опять не пошли. Ладно, бывает. Ну, жарко, вон он, как пишет. Ром, все, не шугай, спокойно. Я больше на ножки приеду. Он все открытыми ртами. Ром, не шугай. Вот ты шугаешь, а вот эти сверху, которые никак не могут спуститься, подняться. Они все хотят спуститься и спуститься. Вроде оторвались, хотят вроде идти, не знаю, что будет. Пойдем со мной, Ром. Пойдем. Они уже спускаются, да? Да. Как вертолеты. Вертолеты, еще те вертолеты у нас. Да, летает так долго наши вертолеты. Где долго они летают? Ничего не долго. С тобой долго полетают они, да? Да. Угу. Пойдем кушать, Ром. Пошли. Да, мини-гал. А
Ром, ты своих рук прям кушаешь. Ты же военный парень. Ты самостоятельно должен. Также. Такой. Ой, блин, такой приторный, не то что в магазине. Свое это, короче, свое все равно. Даже мне не оставил. Чего не оставил? Ягодки даже не оставил. А они наверху. Поставь что-нибудь, поднимись, покушай. Короче, друзья, не полетели сегодня они. Эти поднимутся и все может. Ты чего, Ро? Все, друзья, наверху больше ничего нет. Попробуем потом погонять их. Всем пока, всем до встречи. Следите за каналом, скоро будем. Уезжать, все буду снимать в процессе. Что вот этот заболел, блин, а что с ним надо проверить сейчас? Непонятно. Ладно, друзья. Сейчас воду поставлю, воды ждут уже.